Софья Карагодина и Семен Степанов. Ребята представляют Азербайджан. Хотя оба они родились в России и тренируются в России. Да, тренируют их Людмила Калинина. Да. Известный тренер парного катания. Испанский ритм они выбрали для короткой программы. Фламенко. Вдруг Петраная неплохо. Очень легко исполняет сложный элемент. Неплохое скольжение у парня. Скорость. Что с параллельным прыжком. А вот Салька в ошибку полную у партнерши. И более-менее грубая ошибка у партнера на параллельном прыжке. Подход к выбросу. Ридбрикер выброс тройной. И опять ошибка, падение явное. Поддержка хорошая при движении партнера. Переход на одну руку. И спуск аккуратненький. Перехват был такой тяжелый, да, рискованный, я бы сказал. Зеркальная дорожка шагов, потому что они исполнили комбинированное вращение и зеркальная дорожка шагов. Вперед внутренне плохое положение у партнерши, хорошее низкое положение. А вот рука у партнера, конечно, хотела по одной линии. Да, двоякое впечатление оставляет эту пару после проката. Вроде молодые ребята, но два неудавшихся элемента, я думаю, что влияли на дальнейший прокат. Они как-то немножко сникли, конечно, а музыка была направлена на поддержание такого, знаете, спортивного духа, но, к сожалению, они не смогли до конца поддержать. И вот эти ошибки, конечно, влияют и на основную оценку, которая будет небольшой. Ну, музыка хорошая, ритмичная. Она действительно предполагает такое динамичное, акцентированное катание. Да, динамичное катание. Причем